Защита от течения, да. Что является основной угрозой течения ваших данных? Потери. Нет, хищение. Какой-нибудь вирус или программа. Хакер какой-нибудь. Ну, вирусы мы рассматривали вчера. Что еще? Конкурент. Конкурент, как это может сделать? Ну, не хакер. Ну, то же самое. Действие хакера, действие вируса отличается только тем, что хакер интерактивен, а вирус действует по заданной программе. Ну, как-то подсоединиться к системе, которая... Основной угрозой хищения данных является сам пользователь. Сам пользователь, который сидит за компьютером, является основной угрозой своей безалаберностью, ленью, желанием сделать попроще. В конце концов, просто умением зевнуть. Например, в Англии, что ли, какой-то высокопоставленный чин ухитрился посеять ноутбук с оборотной информацией, которая хранилась там в абсолютно незашифрованном виде. Это бывает. На самом деле это бывает. Избежать этого нельзя. Технику могут банально физически украсть. Хотя бы зашифровал там. Поставил ему бомбочку маленькую. 30 раз не угадал, взрыв. Ну, вообще сурово, если человек будет этим заниматься, скажем, в метро. Ну, взрыв не такой, что очень сильный, а ну, просто компьютер сгорел. Да, просто чтобы компьютер вышел из строя. И чтобы жесткий диск, как минимум, с данными вышел из строя. Чтобы нельзя было уже восстановить. Хорошо, я не такой чайник, я раскручу этот компьютер, присоединю жесткий диск к другому предмету, посмотри, что там. Компьютер. Запаролено. Что? Как? Ну, зашифрованы данные. Зашифровано. И чтобы их расшифровать, нужен ключ. Чтобы подключение уже сходится. Нестандартное подключение? Да. Я боюсь, что это обойдется очень дорого. Заказывать нестандартные подключения, нестандартные ноутбуки. И все равно внутри будет сигнализация, наверное, та же самая серия вода, просто стандартный разъем. Или при попытке подключиться какое-нибудь сообщение придет. Подключиться кого к чему? Ну, при потере можно заблокировать данные. Ну, если ноутбук включен, можно что-нибудь на него послать, если у него есть чем принять. Но опять же, у обычного ноутбука принять нечего. Да не надо принять ноутбук, короче. Короче, да, сидим дома. Дом хорошие компы, не потеряешь. Ну, квартиры тоже иногда вносят. А? Квартиры тоже иногда вносят. Приходите, у вас до бетона все обмотано. Смотри, там, раз такой чиновник поставил бы охрану, там, сигнализацию. Можно по принципу всегда с собой, так сказать. Сейф. Можно бы всегда, конечно, на цель, да. А, вообще можно было судить. Строим бомбоубежище. В него вход, там, пароль, там. Да, еще тесты на ДНК. Да. Два огнемета по бокам. Два огнемета, да, чтобы никто лишний не прошел. И внутри стоит компьютер и золотой стул. Электрический. В верном вводе очередного пароля срабатывающий. И 10 боевиков у входа. Данные вы, конечно, возможно защитите, но пользоваться будет невозможно. С закрытыми данными должны пользоваться десятки и сотни. Какой сотни? Миллион людей. В конце концов, у вас, наверное, на компьютерах есть данные, которые вы не хотите, чтобы кто-то увидел. Ну хорошо, скинем на флешку, флешку нужно проглотить. А потом... У вас максимум сутки на перенос по таким образом флешки. Но с таблетками двое суток. Ну, это с помощью таблеток можно либо увеличить, либо уменьшать время. Да? Ну да, надо увеличить. Тоже не решение. Ну, пусть другой, следующий там флешка. Предыдущий-то, пардон, уже становится доступно непонятно кому. В смысле? Флешка. Какое-то покинувшее укрытие. Так, нужно в специальном месте по защите, да. На самом деле, прозвучало совершенно правильное слово. Шифрование. То есть посторонний человек, даже получивший, скажем, вот эту вот мою флешку, ничего на ней прочитать не сумеет. Потому что с точки зрения обычного пользователя, на ней лежит 10-гигабайтовый файл,
который называется очень просто. Нет, я его просто вот так назвал. Все, без отсутствия. Да, но информация не утеряна. Она не будет доступна посторонним. На самом деле это не единственная копия моей информации, естественно. Но я могу спокойно носить в кармане, не боясь потерять, она не будет доступна никому посторонним. Ну, на самом деле, там есть все мои пароли, скажем, от соцсетей, личная переписка, финансовые данные. Вот в этом ящике. Коробки. Да. Достучаться в которую нужно, но на сегодня нужно безошибочно подобрать 27 символов. 27. Длина моего пароля 27 символов. Причем там не только буквы и цифры. Там спецсимволы тоже. А смайлики там есть? А мы сейчас посчитаем. Главное этот пароль не забыть. И эту тему мы обсудим. Как не забыть? Совершенно голову. А в другом кармане у вас источник, да? 27 символов. Никогда. Никогда. Запишите большие. Вот так. Да. Запишите большими крупными буквами. Ну, понятно. Не пароли не записываются, не распечатываются. Никоим образом не хранятся ни в какой твердой копии. Ни подчеркнутое слово в книге, ни листочек на экране приклеенный. Это вообще катастрофа. Приходишь в организацию, на каждом компьютере висит иные пароли. Не, ну... Я посторонний человек вот так вот провел глазами, я все украл. Никакие пароли никогда, нигде не записываются и не хранятся. Только исключительно. А если под обоими? Под обоими. Если к вам придет серьезный обыск, найдут. Серьезный обыск? А сейф нет? Нет, не серьезный обыск, а обоими. Сейф могут вскрыть. А вдруг не скроют? Он самоуничтожающийся. Даже брать пароль азбукой Морзе или чем-нибудь в этом году. Ничего не перестать, не, ну зашифровать его своим собственным шифром. Ну тогда вам придется помнить собственный шифр, никуда его не записывать. Ну, допустим, это тоже проблема, кто будет сторожить. А вы свои 27 символов наизусть помните? Да. Ну, там, наверное, какой-нибудь алгоритм. 1, 2, 3, 4. Ну, у меня профессиональные вывихи памяти. Я запоминаю совершенно волны комбинации. Лет через 20 работы это приходит. А если вы забудете эту комбинацию, то что вы будете делать? Таблетки или не надо? Бедно. Не надо забывать. Но потерять их не так страшно, как сделать их общедоступным. Так вот, давайте рассмотрим вопрос длины пароля. Предположим, у нас пароль из одного символа. Сколько на клавиатуре вообще символов? Ну все равно его не дать легко подобрать. Ну, алфавитом цифровым. Мы же идем к алфавитам цифровым, чтобы там через альт-коды не вводить все эти там знаки копирайта, смайлики и прочее. Идем просто, ну, для начала к латинскому алфавиту. Большие, маленькие буквы или любые? Любые, естественно. И цифры? Ну, цифры, да. То есть много всего? Сколько? Ну там же сколько букв? Сколько букв? А если у нас компьютер, то у меня есть экран и пароль с один на латинице. Сейчас, доберемся. Скажем, если делать пароль на кириллице, то никто из других стран, где ее нет, не вынимает. Если они знают, что ломают компьютер с кириллической стороны, это несложно. А если не знают? По IP-шнику пробить, где вы находитесь, это несложно. Вводится команда трассер, вам последовательно выкладывается. Вплоть до... А можно клавиатуру русифицированную купить в другой стране, там будет. Карандаш никто не отменял. На арабском. Карандаш подписывается на клавиатуру. Если обычная клавиатура, ну, с такими большими... Маркером обычно. То вот здесь вот у нас идет, скажем, латинская буква С. Здесь маркером, карандашом на карте пишут кириллическую. Она, опять же, не стирается, потому что палец щелкает по гравировке, а не по рисунку. Получается очень удобно. Ну так, сколько у нас при использовании латинского алфавита и цифр? Сколько вариантов? 28, например. 36. Большие и маленькие буквы. Тогда гораздо больше. Ну, 10 цифр,
26 на 2. 62 суммы вообще. Если и большие маленькие учитывают. Если большие. Да, 62 и еще 10. 26 и 26 у нас получается 52 плюс 10. Так? Да, 62. Как вы думаете? 62 варианта. Насколько быстро переберутся эти варианты? Ну, даже если вручную тыкать, то максимум... До 62 секунды. Ну, на самом деле, пароли... Если вручную подбирать, ну, там нажали кнопочку, система там ответила нет, ну, 3 секунды на пароль, на пробу. Секунды, 180 секунд. 5 минут считай зевай. 5 минут считай зевай. Нужно нажать им кнопку. А если один секунд, да? Да, если один. А если два, то еще на 62 умножить. Угу. Если у нас два по принципу комбинаторики 62. А, еще можете знать, сколько точно сил. Может, там пустой пароль. Пустой пароль. Не исключено. Но мы начинаем, естественно, сначала пробуем пустой, потом пробуем один символ. Сколько можно накомбинировать? 62 в квадрате. 62 в квадрате. Да, это уже 33 для К символов. Сколько? 3600 с чем-то. Ну, 3840. Отлично. 3744 варианта. Считаю по 3 секунды на ввод пароля. Сколько мы получим уже? 11500, 11500 секунд. 11500 секунд делим на 3600. 192 минуты. 3 часа. Ну, 3 часа с хвостиком. 3 часа 12 минут. Если кого-то терпения хватит, 3 часа, то первый символ. Поэтому лучше делать пароль из 4 символов. Секундочку. Мы пока рассмотрели вручную этот пароль. А если на вас натравили программу взломщик, которая даже на самом хилом компьютере без особых проблем делает по 1000, по 2000 паролей в секунду? Она просто съест всю производительность компьютера. Ничего, человек подождет. Он подождет 5 минут, пока вас сломают. Ему не страшно. Так, 62-27. Ой, не хватает. 8044, еще на 62, чтобы написать. Ну, у меня же там не только латинские символы. Есть еще и спецсимволы. То есть всего 255, да? Если ведь есть еще шиф-цифра. То есть, грубо говоря, у вас там 256 символов. Да, 256 символов. 256. То есть у меня практически получается 256 символов. Достаточно, но... Это много, чтобы не суметь увидеть. Цифровые пароли ломаются очень быстро. Простой перебор цифрового пароля, если у нас здесь 10, 27, то это 1 и 27 рублей. Это немного. Мы вчера... А, ценность, мы да. Мы обсуждали, да, критерии защищенности. То есть, чтобы... А, ну, то есть, ну, а за этот месяц можно пароли поменять. Ну, если у меня уперли ноутбук, то я уже не поменяю. Я боюсь, что у меня есть данные, чтобы на меня натравили большой вычислительный центр, который будет много месяцев ломать только мой несчастный винчестер. Не хочешь? Ну, вы-то это понятно, а если секретно полезные данные? А это уже давно. Они устаревают. Порой может быть настолько сложно, у тебя алгоритм проверки может быть тоже достаточно сложно, чтобы у нас ответ на попытку ввода неверного пароля занимал там не одну тысячную секунды, скажем, одну-две секунды. Для нас это без разницы. Ну, пока просчитается по формуле проверки пароля, есть ответ правильный или нет. Если формула простая, то мы можем валить по 1000 вопросов в секунду. Нет, да. А если мы посылаем вопрос пауза, нет. Нет. Пауза. Из этих пауз растягиваются месяцы и годы. А нельзя сделать ограниченное число попыток?
Можно, это зависит уже от шифрующей программы. Но полностью ограничивать число попыток тоже не совсем верно. Почему? Ну, например, взрослые люди могут иногда употреблять алкоголь. Да? Да. И такое, да, машина. Я подошел слегка к особому состоянию к компьютеру. Три раза ввел неверно пароль. Утром встал и пошел вешаться. Обнаружил, что у меня все данные стерты после трехкратного неверного ввода пароля. Три года и день перерыва. Вот. Паузу можно сделать. Ну, или там 100 вводов в день перерыва, мне кажется. И не подберешь, и просто так вот так. Ну, это на самом деле... Мне кажется, что 1000 вариантов ты и не подберешь, и сам не введешь. Да. То есть, на самом деле, это каждый решает для себя сам. Каждый решает для себя сам. Ну, есть такой грустный анекдот. Приходит человек, приедет на работу, тот сисадмин. Тот сидит весь грустный, загруженный, волосы дымом. Говорит, что у тебя случилось? Да, говорит, вчера вечером пиво пили, пароли меняли. Утром уже никто не пьет. Какие критерии должны быть у нас для вот этого пароля? Мы примерно представляем степень сложности. Длину, но вы рассчитываете, кто будет туда лезть. Если вы хотите от одноклассника защититься, вряд ли он будет писать программу взлома, сильно умную специально, он будет тыкаться руками. Ну, если напишет прибор всех вариантов. Тут еще надо суметь программу запустить. Вот еще. А как? Вы нам не расскажете? Расскажу. На самом деле, это очень просто. Чтобы запустить программу перебора, вам нужно получить полный доступ к этому компьютеру. В лучшем случае его просто-напросто расколочить, достать жесткий диск, присоединить к незапароленному компьютеру, на котором запустить ломал, который будет этот жесткий диск пытаться вскрыть. А, кстати, я помочь? Научи, как помочь пароль добавить в порядок? Наболевшая тема. Тема, конечно, болевшая. На самом деле, это делают обычные программы. А с телефона? Для андроида я видал такие программы. Но опять же, вы должны понимать, что они потребляют процессорную мощность какую-то. Скажем, вот мой копеечный ZTE, однопроцессорный. Ну, это не лучший вариант для какой-то взлома. А какой-нибудь четырехъядерный Samsung в два раза больше частотой, это уже совсем-совсем другой разговор, понимаете. Он в 8 раз быстрее это будет производить. Еще лучше с ноутом прийти. Можно с ноутом. Но, опять же, не забываем, если сеть защищена паролем 1, 2, 3, вы ее строите достаточно быстро. То можно и без этого. Ну, надо еще угадать. Нет ручного перебора. Ну, название, допустим. Ну, первые там 10 вариантов, которые придет в голову, конечно, может пробовать. Да. А если там что-то действительно интересное, скажем, вот в том отеле, где я сейчас живу, длина пароля 11.7. Есть алфавитные цифровые. Сколько вариантов? Только латинские. Еще маленькие? Нет, только маленькие. Много. Понятно, что много. Сколько? Еще 20. 36 в 11 или 6 в 11. 30, ну да. 36 в 11, цифры тоже. Понятно. Ну, какие шансы у вас пошли добрые? Никаких. При том, что вы не знаете его длины, начинаете с одного символа. Никаких. 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 Мы на самом деле затронули очень интересную тему, как социологические методы взлома. Вы зря смеетесь. Лондонский сити. Представляете себе, что такое? Деловой центр города. Там ребята из одной добровольной конторы, которая пробавляется взломами, провели на улице просто социологические исследования. Они предлагали прохожим обычную шоколадку за то, что они сообщат свое корпоративное имя и пароль. Шоколадку? Обычную шоколадку. Я не знаю, какой там. Не стреляй, мелкая. Не суть. Как вы думаете, какой процент согласился? 10. 75. 90. А почему нельзя было такие верные данные? За что? Это не исключено. Но сколько согласилось? Причем достаточно быстро, чтобы это... 40.
40%. Почему 40%? Ну так вышло. 4 человека из 10, или 2 из 5, готовы за шоколадку первому встречному на улице сообщить свои учетные данные. А если нет шоколадки, то обязательно правильно. Хорошо, делим результат пополам. Это все равно катастрофа. Вот на 5 из 7. Ну, неужели такой большой процент скажет настолько важные данные? Да. Ожидал. Да. Первому встречному на улице. Ну, что были дети? Нет, ну нет, зачем? Люди представляются, да, мы серьезная такая социологическая служба, мы интересуемся, где вы работаете. За шоколадку. Да. Ну, как говорится, пока живут на сегодняшний. Шоколадная фабрика захватит мир. Обманом уже не остается. На самом деле, достаточно, чтобы один профессиональный человек с хорошим уровнем доступа, но с плохо работающей головой, сообщил свои данные. Ведь то, что они говорили, что не знают, где люди работают, это очень условно. Они могли заранее знать, кого опрашивают. Если бы они хотели реально взломать, и совершенно спокойно опрашивали бы прицельно даже сотрудников какого-то отдела, ну то есть всех, но этих обязательно. Зная их лицо, кто-нибудь проговорил все. Ну, может быть, там доступ с этим паролем и логином можно только изнутри сети. Как проникнуть в сеть, это уже вторая тема. Но там надо получить привилегии какие-то. Две шоколадки начальника. Тут спасает Две шоколадки охраннику на первом даже. Две шоколадки следующему охраннику. Две шоколадки начальнику. И патент на фабрику начальника. Спасает положение только то, что люди, которые отвечают за доступ внутрь сети, на шоколадке обычно не ведутся. Другая категория. Но если эта компания есть удаленная работа из дома, то есть люди заходят в свой домашний компьютер в корпоративную сеть, то это может быть проблемой. Ну, на шоколадке они не берутся. Я как уже говорил, если будет тутать. Положение у нас человек. Есть интересный способ. Есть. Насколько интересно. Это самое первое, что вы должны усвоить, если вы хотите обеспечить безопасность своих данных. Причем не болтать не только на улице и с друзьями, но в первую очередь, даже важнее всего, не болтать в сети. Я Павлович, знаете, такой термин, как медовая ловушка. Она и есть. Ну, все та же самая. Фигея примерно такая. Заманите. Что есть медовая ловушка? Опишите методику. Чтобы выкупить данные, либо агент теряется доверие, либо влюбляется, в скобочках. И... Это тоже не исключенный метод взлома, на самом деле. И где-нибудь там... Ну, и просит рассказать. Ну, тут то же самое, за какой-то профит, подарок. Та же самая шоколадка, только иначе выглядящая. Фактически. Ну, образно говоря, шоколадка. Да. Возможно, еще варианты. Но из них мы не будем. Так вот. Самое главное не болтать не только в голосовом общении с друзьями, там, с родственниками. То, что вы сказали, люди по большей части забудут. Даже если вы кому-то там ляпнули свой пароль, вероятность того, что он будет помнить дольше 15 минут, относительно невелика. Вокруг вас вряд ли бьются разведчики вражества. Вдруг. Да. Но все, что вы написали и отправили в сеть, даже если вы потом кинулись удалять, сохраняется практически навсегда. Знаете формулу? Все сказанное может быть использовано против вас в суде. Все, отправленное в интернет, может быть так или иначе использовано против вас. Все абсолютно. Причем это может произойти через десятки лет. Вы уже и думать забыли об этом. Это уже пройденный этап вашей жизни. Вы хотите чем-то серьезным заняться, в этот момент вылезает древний компромат. Типа я в 10 классе пробовал наркотики, и это было круто. Смешно? Но как минимум вы не попадете на работу в серьезную службу. Собственная служба безопасности будет вас проверять при приеме на работу.
и раскопает. Он скажет: родная, извини, наркоманов не берем. И они будут в чем-то правы. Потому что бывших наркоманов не бывает. Особенно никогда не сообщайте в сеть никакие пароли о своих данных. Даже если вас там об этом просят, типа подтвердите свою электронную почту, введите пароль в электронную почту, вы нарвались на мошенника. Никто и никогда не спрашивает ваших паролей. А при входе в электронную почту? Только этот провайдер. Если вас кто-то еще попросил, кроме тех, кто это, собственно, имеет право делать, вы нарвались на мошенника. Имейте в виду. На самом деле, очень серьезное дело. Давайте немножко о шифровании. Что нам нужно от шифрования? Понятно, символы одного человека. Не совсем понял. Что мы хотим от алгоритма шифрования? Чтобы никто, кроме знающего, не смог. Знающий ключ к шифру не мог шифровать. Читать. Чтобы никто не смог шифровать. Ну, то, что называется стойкость шифра, да? Угу. Хорошо, что еще? Напомню, мы работаем с вычислительной техникой. Что еще нам важно? Чтобы подобрать его точно. Ну, это вот свой стойкость, криптостойкость. Чтобы, зная пароль, быстренько все работало. Ну, в смысле, там, расшифровывалось. Развейте мысль. То есть... У нас есть какой-то ключик, и по нему там расшифровываются все файлы. Ну, но это же довольно долго получается. То есть нам нужно, чтобы с одной стороны на неправильный пароль была надежная защита, а на правильный быстрая реакция. Высокая производительность алгоритма шифрования. Правильно? Ну да. Вряд ли будет удобно, если у нас зашифрованные данные будут доступны со скоростью килобита в секунду при дымящемся процессе. Ну, зря смеетесь. Криптоалгоритм очень здорово будет. Процессор, особенно в части плавающей точки. А что мы можем сказать про криптостойкость алгоритма? Что она должна обеспечить? Вот это все есть. Какая она должна быть особенность? Чтобы не дымился. Нет. У нас есть какие-то данные на входе. Какой-то ключ, какие-то данные на выход. Какие у нас требования по ящику по части стоимости? Как их можно совершить стоимость? Я просто не хочу уходить в тяжелую математику, иначе мы увязнем тут на месяц. Смотрите, что получается в распоряжении злоумышленника в стерке ваших данных? Что он получает? Что у него в руках? Ключ. Набор. Ключа у него нет. Ключ у вас? У него, да, какой-то странный набор символов. Он получает результат шифра. Что еще? Если у него есть ключ, все. Нет, он получает результат шифрования. Совершенно дикая бракодава. Что еще у него позвонится? А, все. Компьютер. На компьютере? Если потом ключ надо бить для того, чтобы... Ну, почти верно. Почти верно. Что, кроме данных вот этих, хранится на компьютере зашифрованными данными? Находится именно вот. Может, это еще и там? Какая? Ключ. Ключ не хранится. Ключ у нас в голове. Шиф. Шиф. Программа, через которую зашифровали? Совершенно верно. Злоумышленник знает алгоритм шифрования. Он у него в руках. Поэтому принципиально важно для любого алгоритма шифрования невозможность на основании знания алгоритма и результата шифрования получения исходных данных. Вот этого быть не должно. Ну, мы знаем, как мы шифруем. Программа шифрования вместе с ноутбуком, правильно? А если я зашифровал? А галка достигается. То есть, как... А это уже достаточно сложная математика. Есть так называемый односторонний алгоритм.
которые в обратную сторону не раскручиваются. Потому что это совершенно головоломно, и, честно сказать, я не возьмусь его воспроизводить. Это не мой уровень математики, но существует ограниченное число доказано стойких алгоритмов, которые вот такому вот счету без знания ключа не поддаются. Есть еще одна угроза. Это вот безопасность односторонняя, которая математическая. Какая она может быть? Да. Потеря ключа. Нет, ключ у нас бывает, мы его не теряем. Потеря самих данных. Нет, угроза вот этой вот коробочки. Не математическая угроза. Сломала ядничка. Она зашифровала так, что мы не сможем с помощью ключа зашифровать. Ну, это сильно вряд ли. На исправном компьютере этого не произойдет, она неисправна. Вы вылетите гораздо раньше, чем получите опасные последствия. Вы просто не сумеете нормально установить программу и подготовить криптоконтейнер до шифрования. Угроза это называется государство. Государство? Да. Зачем? Нет, это чисто административная вещь. Например, в России законодательство запрещает работать с данными, содержащими государственные военные тайны, с несертифицированными программами шифрования. Так это наши данные, они государству вообще никакого отношения не имеют. Секундочку, но вы можете воспользоваться сертифицированными программами? Можете. Не советую, съедят. В смысле? Ну, есть очень обоснованное мнение, что процесс сертификации содержит в себе обязательное создание обходных путей, позволяющих без ключа получить доступ к вашим данным. Государственные органы могли посмотреть. Вот подстава, короче. Офигеть, какая подстава. То есть вы нас призываете пользоваться несертифицированными программами. Однако памятуя о том, что вы не должны этого делать со сведениями, содержащими государственные и военные тайны. Хорошо, главное забыть. Если у меня вдруг появятся такие сведения, я не буду их шифровать, не сертифицировать. То есть вы должны делать так, при том, что вам нельзя так делать? Нет, можно. В частном применении вы можете пользоваться любыми шифропрограммами. Пока. Допустим, я экипаж использую. Как, нормально? Хорошо. Хорошо. Есть такая вот неприятная особенность. Давайте подумаем, какие пароли нельзя использовать? Один, два, состоящие из одинаковых символов. Или идущих последовательно. Последовательно по клавиатуре, пароли из даты рождения. Ну да, пароль QWERTY, не самый... Телефон там, не знаю. То есть то, что может быть известно злоумышленнику, помимо вашего желания, так? Ну, то есть личные данные, да. Совсем. То есть мы не используем личные данные, которые не отсети, допустим. Ну, год не год рождения. Ну, это слишком просто. Очень сложный, который мне не запомнить. Это уже ваша проблема. Злоумышленник от этого легче не станет. Если вы забудете пароль, вы все равно ничего не получите. Не используем скрываемые социологические методы. Какие что к ним относятся? Информация о положении там, в обществе. Любое вообще там, не знаю. Семейное положение, это не номер футбольной команды, которая нравится. Именно детей, клички животных. Да. Номер любимой машины. Да. Конечно, да. А потом запустите стену, моя любимая собачка и кличка. Номер своей машины, а то машину продать. Да, это, конечно, хорошо, но тут уже. Перед тем, как продать машину. Хотя бы после того, как продал, тоже может. Что еще нельзя использовать? Давайте подумаем. То же самое, как сюда. Ну, бумажка и приклеенный на монитор. Пароли общеизвестны, то есть какие-то числа, которые знают все. Это какие слова? 1, 2, 3. Например, числа пи, там, ну, цифры числа пи, например, там, первые 10. Ну, мы все число пи знаем, к тому же можно ввести 2 миллиона знаков и... Ну, нет, 2 миллиона не увидим. Я
всего легко. Развейте мысль насчет того, что слов, которые все знают. Развейте мысль. Не используйте первую 1000 самых часто используемых слов. Не 1000. Миллион. На самом деле активный словарь английского языка, самого большого, активный словарь, не превышает 1 миллиона слов. Ну, вот. Миллион первое слово подходит. Нет, на самом деле попадание будет где-то в середине. Но миллион вариантов на фоне вот этих вот степеней, которые вы видели, это ничто. Это минута, в крайнем случае, часы работы. В первую очередь, все программы, серьезные программы взлома используют так называемую словарную атаку. То есть они атакуют осмысленными словами, подставляют в качестве ключа на пробу. Но если я два слова использую, и между ними какой-нибудь еще хитрый знак. Ну да. Два абсолютно не связаны друг с другом слова, и какое-нибудь непонятное еще слово. Например, все число пи. Это уже сложнее. Но одиночные слова... А, можно использовать бредогенераторы все. Ну, слова и слова сочинять будете сами. А? Запоминать будете сами. Ну, да, какой-нибудь бред, который не сильно. Мы не используем осмысленные слова и выражения. Ну, длина порой должна быть разумной, но слов вот туда не забьют. При этом есть резон создавать там. Мое первое сочинение. Ну, это может попасть под второй пункт, но хотя вряд ли, конечно. Не используем слова и короткие выражения. Первое слово, которое ты сказал. Слишком легко ломать. Слова не надо, потому что когда побежит атака по словарю, это слово все равно найдется. Ну, не знаю, я надеюсь, что у меня не будет такого слова. Начинаем с переговора. Сейчас надо единичную систему его перевести. А можно писать цифры словами? Или это тоже будет... Это хороший вариант. Это на самом деле хороший. Еще есть вариант, что какое-нибудь слово пишешь, но вместо какого-то символа там, либо похожий, там, вместо О, допустим, ноль. Еще есть вариант, когда ты пишешь слова, например, на латинице, но при этом пишешь в уме как бы английские слова. Несмотря на другие буквы. Неправильной раскладкой. Да. Как будто раскладку не забыл поменять. Пароль как бы. Мы сейчас чуть позже. Что еще? Но это тоже, наверное, по словарю, да, проверяется? То есть в другой раз. Да, современные программы уже делают инверсный этап словаря. Надо использовать специальную клавиатуру. Что еще? Что еще? В транслите писать. Это слово в транслите, а потом его пустой пароль. Пустой пароль нельзя. Так это простые пароли, мне кажется, входят. Нет, это все пароль. Это не пароль. То есть пустой пароль, отсутствие пароль. Это не пароль. Ну извините, если... Огурца – это не сорт огурцов. Здесь нет ни одного сорта огурца. Здесь нет вообще. Ну да, ноль ненатуральное число. Ну что, а там невидимый сорт лежит. Невидимый сорт. Уже не лежит. Нельзя использовать пустой пароль. Слово пароль тоже надо использовать. Верно. Это относится к словам и коротким фразам. И это простой пароль. Ну, если это хорошо разбавить, скажем, заменив пробел в этой фразе, спецсимвол. Смайлик. Ну, крышка какая-то, шесть, например. Что-то такое вот в этом роде. Это мы уже пошли к стойким паролям. Чем больше разнообразия символов, у нас... Да по идее, одного символа... Можно купить 20 клавиатур, каждая со своей раскладкой, там, в одном арабским словом. Не знал, что-то хотя бы должен смотреть китайскую клавиатуру. Да, порядка 500 клавиш с различными иероглифами. Это ужасно просто. На китайском написать там. Не запомнился. Ну, если использовать Unicode, то можно. Это, конечно, хорошая вещь, но... Там основных... Это работает в школе, я так... Ну там хватает, там же комбинации Shift, Ctrl, Alt и прочее. Каждая кнопка дает несколько там. Короче, Китай лучше не взламывать. В общем, китайская клавиатура — это караул. Жесть. На нее смотришь и понимаешь собственную неполноценность. У меня же обычная доска, это, ну,
Детский сад, детский мир. Ни о чем. Да. Хорошо. Попробуй набрать. Ну нет, я в нее посмотрел, мне стало печально жить, я смотрю картину. Хорошо. А какой пароль мы сможем назвать хорошим? Сложно назвать хорошим? Нет, какой мы сможем назвать хорошим? Который не будет входить. Не будет. Но при этом нам нужно не сойти с ума, пытаясь его запомнить. Так. Произвольный набор. Просто. А если они идут по порядку в таблице этих? В оски таблицы? Числа Стирлинга и промежутки между каждым одним писать имя и писать имя. Хорошо, вы запомните такой пароль надежно? Он надежный. Надо писать первый ряд Стирлинга, писать букву S, второй ряд написать букву T. И я знаю, как вариант. Как вариант. И это записано. Вопрос. А не окажется ли это в отношении персонально вас подпадающим под второй пункт? Вот вы сейчас сказали про число Стерлинг. Где гарантия, что вот кто-то из присутствующих лет через 5 не начнет выламывать вас? И не вспомнит то, что вы здесь сказали. Это еще на карте все записано. На доске, крупно. Вот сейчас мы как раз получили вот эту позицию. Вы вслух назвали один из вариантов создания своего пароля. Нет, я просто общий. Я понимаю, общий идея. Если кто-то будет ломать вас, он вполне может начать именно с этой идеи. Будет очень долго мучиться и потом. Где гарантия, что через 5 лет вы, опять же, вот так же внезапно для примера не сделаете такой свой пароль, забыв все то, что вы сказали здесь? Тут на камеру все записано. А что? Вы будете проверять? Все записи. Человек увидит. А что целый курс слушает? Это пойдет в сеть. Все. Вы забудете. Это запомнить. Это вот как раз тот самый случай, который называется «Не болтай, сеть помнит все». Да он просто сказал. Совершенно верно. Но эта мысль пришла в голову. Где гарантия, что эта же мысль не придет в голову через несколько лет? Я может быть свой пароль уже произнес. Тоже может быть. Если вы попадете серьезному взломщику, возможно проблема. Поэтому. Ну я думаю. Совсем взломают. Поэтому. Вон тот пункт. Интересно, где я взломаю? А где угодно. Вот вы будете работать где-нибудь в каком-нибудь секретном научном учреждении. Вполне, раз вы сюда приезжаете учиться, у вас есть шанс попасть, ну, предположим, в Арзамас-16, он же Саров. Вы занимаетесь чем-то серьезным. Уже вопрос в жизни совершенно, кроме шуток, ядерное оружие и прочее. И героически теряете свой ноутбук. Героически? Ну, на самом деле, героизм, потому что потом будет очень больно со стороны контролирующих органов. Не, ну мы же вас слушали целых 25 часов, поэтому мы сумеем защитить данные. Ну, если кто-то не будет отсматривать вот это все, так, на самом деле болтать нельзя. Вы заметили, что я ни разу про свой пароль не сказал ничего существенного, кроме длины? Мы знаем длину вашего пароля. А вы ее знаете? А? А вы ее знаете? А, возможно, на 28. Не знаю. А к тому же вы нам могли наврать. Совершенно верно. Я об этом помню, я это учитываю. Вот забыла. Что? Знаете, можно видите, таким вот образом всех обман. Можно заведомо распространять ложные пароли, которые не могут. Возможно. Проблема заключается в том, что вот это первое число в голову, озвученное без контроля, оно может привести к серьезным последствиям. Об этом не надо забывать. Нет, ну не первое число голову. Заведомо распространять все ложные пароли. Можно вводить заблуждение относительно своего пароля, направляя по ложному следу. Дезинформация. Да. Тоже метод защиты. Вполне себе. Если тебе 20 листочек на каждом пару. На каждом ложный пароль раскидать по квартире,
И причем спрят так, чтобы я нашел только один из них. Нашел, сразу радостно бежит компьютер. А как только будет именно этот пароль зацепить и точно... Мы точно знаем, что нас пытаются взломать и принимаем дополнительные меры защиты. Говорим. А, говорим, введи еще то-то-то-то-то. Нет, зачем? Если введем, скажем, один пароль из набора заведомо ложных, то говорим, тебя последний... то данные наглухо блокируются или уничтожаются. Не, ну если мы случайно введем... Ну, от важности зависит. Вы случайно введете какой-нибудь 15-значный пароль, который вы заложили как ложный? То есть он на ваш настоящий нисколько не похож? Если ты ошибешься, например... Ну, можно ошибиться... Можно ошибиться в одном символе, можно в двух, но в трех, но не в 15 подряд. А если ты запомнил и тот правильный, и тот неправильный, и... Это к доктору. Эти проблемы лечат доктор. Да, и доктор потом тоже он сломает. Вот нарушение памяти это уже проблема. Хорошо. Предположим, мы не хотим заморачиваться запоминанием сложных паролей. Нам нужно всего лишь навсего перенести в кармане флешку, на которой обычно запаролены архивы. Да в рот положите, да, главное принести. А если вы чихнете? Чихнете. На дорогу куда-нибудь. На дорогу, ладно, а в карман злоумышленник. Хорошо, как мы можем сделать такой пароль, который нам помнить не надо, но который мы не забыли? Пароль, который мы не помним и не забываем. А подсказка для пароля там? Будет это на желудке. Изнутри. Изнутри, конечно. И через доскарского посмотреть. Ага, и доктор, который будет там смотреть, то будет знать этот пароль. Угу. Нет, это вариант. Мы можем ввести в пароль, точнее для пароля, неявную подсказку. Очень явно. Каким образом? Ну, например, там, моя пятая машина. Ну, вы можете забыть, какая была пятая, какая шестая. Вы по пять будет менять. Что? Тяжелый случай. Что-нибудь из жизни, что помните только вы. Только вы приметили и... Это нужно помнить. Я сказал пароль, который не нужно помнить. Запах какой-то. Цвет флешки, на которой несу эти данные. То, что можно как-то выищить. Ну, это не разу. Хорошо. Что? Ну, можно, например, возраст свой не помнить. Например, месяц своего рождения в степени дня своего рождения. Но это нужно помнить месяц. Это универсальный пароль, будет одинаков для всех ваших. Да. Для месяца дня рождения. Вам все равно это нужно считать и помнить. Он одинаковый для всех. Нет, гораздо проще. Что у файла имеется? Файл. Название. А, Б, С. Ну, предположим. 7 зип. Сон зип у моего пожара. Что у этого файла имеется? Расширение. Ну, расширение связано с программой, которую вы делаете. Название. Название. Фигура. То, что это буква алфавита. Хорошо, что еще здесь первые три. Ну, я чисто слово назвал. АБЦ. Там может содержать там название папочки, которую вы скрутили. Причем именно название папочки, которую я скрутил. Хорошо. Мы можем связать одноразовый пароль каким-то образом с именем файла. Можем? Можем. Можем. Например, у нас пароль будет чисто случайно. Разбиваем решетками. Точка. Зачем? Пароль точно. А, можно точно, пожалуйста. Чтобы не выбиваться из системы. Согласен. Надо помнить имя файла. Имя файла у вас есть. Где? Вот. Самая флешка. Вот она. Чтобы открыть это? На ней лежит зашифрованный файл. Он должен знать, что пароль вы генерируете таким образом. То есть мы встраиваем в себя отдельный пункт мозга, генератор пароля. Вы встраиваете в себя алгоритм. Ну хорошо. Не пароль. Ну то, что у вас решетки между символами, вам нужно помнить все равно. Это алгоритм. Мы помним алгоритм. Мы не знаем ни пароля, ни исходных данных. Мы в себя встраиваем вот эту коробочку шифрования. Коробочку шифрования, которая находит. Декодирующая машина. Данные. Есть вот эта вот методика.
И то не хорошо. Хороший вариант. Но достаточно просто. Сделать 3 решетки можно. Можно. Или еще решеточек, который будет увеличен. Можно ставить на один раз. Можно здесь 2. Здесь 3. 3. Можно комбинировать. Почему только решетки? Совершенно верно. Там куча символов сверху, решим цифры, куча символов. Ну важно, решетка с белой. Вообще там 255 символов этого хватает. Ну, в общем-то, достаточно длинный получается пароль, но что плохо, у нас повторяется символ. Какой-нибудь китайский знак. Вы его сумеете ввести на средней взвешенной клавиатуре? Да, к тому же еще нужно иметь. Ну, если она будет чуть больше весить. Потому что обычные компьютеры без блокады не распознают. Какие еще варианты? Я не зря спросил, что у нас здесь есть. Оно есть, но не написано. Что еще есть у файла? Атрибут. Размер. Размер. Ну, цифровая величина, с ней очень сложно что-то сделать. Получив не цифры на выходе. Цифровые пароли ломаются. Ну, можно цифрами за... Цифрами, буквами. Количество букв. Множество количество цифр. Ну, можно использовать, например, дату создания файла. Дату создания файла. Она всегда видна. Свойства там посмотрим. Да. Она чем хороша, в отличие от имени, она не явная. Дата создания. Если человек, который схватил вашу флешку, пнул этот компьютер, вряд ли увидит дату создания. Да, тем более он не догадается, я слышу от него. А мы видим, что у нас там по уровню. Сегодня у нас какое число? Сегодняшнее. Второе. Второе. Не седьмое. 2012. Смотрим на календарь. Вторник, да? Да. Да. Не время, не пространство. И из этого можно сгенерировать вполне годный одноразовый пароль. 2 вторник, 07 вторник, 2013 вторник. Вариант. Опять же, здесь вставляем точку, здесь ставим запятую, здесь решаем. Что? Ну, это нужно помнить. Очень длинный пароль с большим количеством символов. Длинный пароль с большим количеством неповторяющихся символов. О, двойка повторяется, ноль повторяется. Ну, да, но тем не менее, дальше начинается вакханалия. Даже зная его длину, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, шестнадцать, 17 символов. О, почти до вашего. Ну, десятки. Еще 10, да. Еще 10 символов. А если еще и минуты, часы, минуты, секунды, то уже до приключения. Дата создания не пропадает. Вместо нуля О писать. Еще гениально. Ну, да, можно. Ну тогда будет 3 О. Тогда ты можешь смотреть, ну О, ноль, О. Ну если вы помните, что вы вместо нуля пишете, да, О, хорошо. Пришла. Ну тоже переусложнять не надо. Забыли. Причине правого. Можно поменять настройки клавиатуры, так чтобы там вместо числа Б писалось там, не знаю, какие-нибудь цифры. Вы будете это делать на любом компьютере? Клавиатуру вместо собой. Китайскую. Китайскую, да. Да, прицепил и как щит еще использовал. Переусложнять не надо. Приключения бравого солдата Швейка все читали? А? Приключения бравого солдата Швейка. А. Как он рассказывал там про запоминание номера паровоза. Но это было очень сложно. Заканчивается тем, что паровоз до сих пор там и стоит. Вот этот алгоритм. Защитите данные сами от себя. Короче. Хорошо. Если это понятно, шагаем. Короче, мой пароль 1234. Все, пароль 1234. Снова. Я полагаю, что вас взломают посмотреть еще секунду. Хорошо. А если я выйду из системы, у меня пароль 1234567. Ну, можно написать первый стишок, который вы сочинили, сколько вам было лет, когда вы его сочинили. Ну, в моем случае это будет пустой пароль. Да. Я
до сих пор еще могу стихами сочинить. Так сочинить какой-нибудь, не знаю. Ну, правда. И вслух главное. Да, это уже написано. Хорошо. Какие у нас могут вылезти подводные камни? Это способ, но это плохой способ спасти данные. Менять пароль каждый раз. Ну, при каждом пользовании. Каждый 5 минут, я приходил. Ну, во-первых, регулярная смена пароля. Чтобы атака любым переборщиком обесмыслилась через какое-то время. Через время меньшее, чем необходимо для подбора пароля. Идея понятна, да? Если для взлома какого-то вашего пароля нужен месяц, мы меняем пароль каждые 2 недели, то никакого взлома. Да, программа заканчивает и несовпадение. Да. Ну, а что там насчитала? Лук и мочал, начинай сначала. Главное, чтобы она там не получилась, что она прогнала. Программу грызет ногти. А если получится, что она так, там у нее такой хитрый алгоритм, что получится, мы поставили пароль, который она еще не посмотрела, она его посмотрит и сломает. Это не исключено. А возможно, она уже его перескочила. А можно? Но это уже 50-50. Первый посыл всего менять каждую неделю. Ну и чем это вам поможет? Ладно, раз, изменился дальше. Хорошо, еще 2 недели. Потом следующую пару букв. И что-то внятное и понятное через пару месяцев превращается в совершеннейшую головоломку и абракадабру, которая даже в трубочку сворачивается. Ну, каждый день... мы данные знаем на 15 минут точно, да? То есть пароль сказано. Ну, то есть каждые 15 минут меняем и никогда не забудем. Это надо постоянно сидеть за компьютером. Существует вероятность, что у вас в голове образуется очень быстро каша. И что через пару дней вы будете помнить, что 500 своих паролей, но больше ничего. Поехали. Регулярная смена паролей. Какой дополнительный критерий должен быть у этого пункта? Возвращаться к первому варианту. Хорошо. Не возвращаться. Не повторяющиеся пароли. Ограничение на второй пункт. Ну, рано или поздно пароль закончится. Нет, чтобы такого же алгоритма не было. Ну, например, дата разная. Если определенная комбинация, если все время менять, то лет через 50 может снова попасться даже комбинация. На самом деле здесь причина скорее психологического тренда. Люди очень любят граничный набор паролей. Инертность мышления. Люди запоминают там, ну дай бог, десяток паролей и прочее. Ну, в общем, наверное, это достаточно. На самом деле, большинство настроек смены паролей не позволяет вернуться к последним 5-6 паролям. То есть в ротации около десятка паролей человек реально получается. Ну а если он все время посмотрит... Скажем, у него есть какой-то жесткий диск, на котором записано миллион фильмов, он в каждом фильме будет первые 4 слова вставлять. Это хорошо. Это замечательно. Потом он умирает от нечестника. Куда умирает? Ну, просто помер, развалился. Там же умирает какой-нибудь. Да, сгорел. А хранить там какой там рейд для параноиков? Поставить все шкафчики. Пятый из пятых? Пятый из пятых, из шестых. Шестой из шестых. Это уже суровое увеличение энтропии Вселенной. Вы будете греть Вселенную со страшной силой. Вот оно, чем вызвано изменение климата на всей Земле. Смех, но не исключено. Человечество выделяет очень много тепла. Не считая нас с вами, здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть ламп работает, да? Часть из них работает, часть из них не работает. Это вообще мы говорим. Ну, ватт-стопы есть. Просто ни на чем. Если поставить ноутбук, у них стандартные блоки питания 90 ватт, потребление по 50-70. Ой. Значит, пароли у нас не повторяются реально. Последние 5-6.
хорошо делать. Что вы здесь посмотрите? Ну, вставляете... Одноразовые пароли. Использование одноразовых паролей, которые вы не забудете, но вы их и в голове не держите. О, ну сюда, туда тут такая... Опять не держите. Ничего странного. У меня искры, что ли, летят? Нет, не летят. Когда вы пишете мелом, вы будете энергию. Ну, да, пусть Еза Лена. Я думаю, вам проще найти порошок. Ты будешь долго сидеть. Вашу лбу.